Привет, девчонки, это Маша. Сегодня мы будем делать наращивание на широкие ногти и разбирать нюансы, которые связаны с таким типом ногтевой пластины в контексте наращивания. Ну и кроме того, поговорим про корейские дизайны. Наши корейские коллеги вечно восхищают нас новыми сияющими трендами, которые моментально наполняют мой директ. Некоторые их тренды, с одной стороны, восхищают своей неистовой красотой, а с другой стороны, нам никто не показывает. Такое впечатление, что они сами смотрят на эти шедевры только с той стороны, с которой красиво, ну и, следовательно, с этой же стороны снимают свои работы в Инстаграм. Как человек, который уже много лет занимается съемкой ногтей, я могу авторитетно заявить, что красиво сфоткать в Инстаграм можно даже самые косячные ногти. Отсутствие бликов для Инстаграма не проблема. И даже полное отсутствие маникюра в Инстаграм можно выдать за свеженький. Я думаю, мои слова могут подтвердить клиенты, которые идут в салон за красивыми фотками из их Инстаграм, а уходят с косячными ногтями. Это все магия фотографии. Думаю, мои слова могут подтвердить со 100% вероятностью клиенты, которые записывались через красивый Инстаграм в какой-то салон, а уходили с максимально косячными ногтями. Это все магия фотографии, и корейские мастера в том числе этим пользуются. Как бы там ни было, вы просто заполонили мой директ красивыми китайскими стразами Аврора. Я их нашла на Алиэкспресс, заказала, ну и теперь давайте клеить и смотреть, что из этого выйдет. Вот такие ноготки ко мне записались на коррекцию, а такие пришли. Причем глазом мастера я вижу, что пилка здесь была не позднее, чем часов 12 назад. Короче, наверное, это было так. Вечерком сняла, а утром на маникюр. Ну как бы что ж, окей, вместо нескольких ногтей все перенесли. Нарастим. Но это совершенно другое время работы и, конечно же, совсем другое качество носки на таких подранных ногтях после самостоятельного снятия в перемешку с отдиранием старых ногтей. Почему-то часто клиентам стыдно нести на маникюр свои заношенные ногти или заросшие кутикулы. Начинается маникюр перед маникюром, или грызуны, кстати, часто стесняются идти на маникюр, признаться, что погрызли, стесняются. Я в таких случаях всегда объясняю клиентам, что я мастер маникюра. Приводить в порядок их капец – это моя работа, и что меня они своими ужасами точно не удивят. То, что для них стыдобище, для меня детский лепет, я видала их хуже. Что у дачников под ногтями грязь не потому, что они с мылом не знакомы, а потому, что эту грязь, не вымыть вовсе, ее только выпилить можно. И то, что грызуны для меня – это повседневная рутина, а не уникальный шокирующий случай. Так что пусть лучше приносят то, что есть, чем делают еще хуже своим маникюром перед маникюром. Вроде после таких лекций клиентам легчает. Подготовку я начала с того, что убрала свободный край под наращивание, отодвинула кутикулу и сразу на этом этапе пройдусь бафиком, но слегка, тут все и так подрано, а то, что мы делаем бафиком сейчас, называется механическое обезжиривание. Обработав ручки тальком, зачищаю пазухи при помощи красной фрезы. Поскольку валик высокий и кутикула неактивная, я вывожу линию среза чуть-чуть повыше, чтобы, во-первых, лучше ее видеть, а во-вторых, легче к ней подобраться полотнами ножниц. Но поскольку линию среза я вывела выше, чем необходимо для среза ручным инструментом, и для того, чтобы чисто срезать в таком случае полотна, нужно увалить на валик, я выполняю срез по-сухому, для того, чтобы все было хорошо видно. Теперь можем вымыть пыль и переходить к химической подготовке ноготков перед наращиванием, а именно обезжирить, дегидрировать ногтевую пластину, нанести праймер, поскольку у нас ногтевая пластинка чуть подрана в некоторых местах, есть расслоение, ну и наносим, конечно же, грунтовочный слой базы.
Подрезаем и устанавливаем форму. Сегодня мы разберем нюансы наращивания на широких ногтях. Во избежание комментариев типа «разве широкие? Вот я вчера на лопаты наращивала». Давайте с вами разберемся в терминологии. Ноготь считается широким, когда его ширина больше, чем длина. Но в нашем случае проблематичность наращивания в том, что, ну, помимо пропорции, ногтевая пластина еще и довольно крупная. Такие параметры подразумевают работу с большой каплей геля, а большая капля геля может оплывать в лампе. Гелю может не хватать силы поверхностного натяжения для того, чтобы удерживать такой объем. Ну и я уже не говорю о том, что сегодня на рынке, ну, пожалуй, слишком много гелей, которые не просыхают на объеме. Следовательно, наша любимая техника без опила может не удастся. Что делать в такой ситуации? На мой взгляд, достаточно хорошее решение выстроить архитектуру поэтапно. Аналогично работе с экстремальными формами или экстремальной длиной, мастера, которые практикуют такое наращивание, экономят время опила на поэтапной выкладке. То есть первым слоем мы наполняем тело ногтя, поднимаем плавный объем до апекса, просушиваем. И уже вторым слоем перекрываем весь ноготок, заполняя зону апекса. Сказать, что это двойная работа, ну, это смотря с чем сравнивать. Или это, или опил. Можно еще взять очень густой гель для того, чтобы выровнять в одну каплю, но наносить его тоже гораздо дольше. И опять же, нужно знать наверняка, что такой объем капли точно просохнет. Поэтому, ну, все опционально. Перед покрытием ноготки не помешает забафить. Бывает так, что гель-лак и гель начинают расслаиваться во время носки, гель-лак скалывается с геля. И если вы работаете новыми комбинациями материалов, которые еще не проверены, не лишний будет перестраховаться. Теперь дизайн. Натушуем на кончик немного голубого цвета для того, чтобы подчеркнуть синее сияние наших страз. Я это делаю сразу на всю руку. Нанесла, растушевала и сушу. Над суперплавностью градиентов я сейчас не парюсь, потому что за блестками все равно не будет видно мелких несовершенств. Следом наношу топ с флейком Аврора. Это тоже не новшество, и украинские, и российские бренды выпускают такие продукты. Так что в любом магазине найти такой топ не составит труда. Ну и теперь перекроем топом и наклеим стразы. Кстати, на корейских ногтях явно сначала стразы клеют, а потом немного скрадывают объем этих самых страз с помощью топа. Но в такой последовательности бликом на топе там и не пахнет. В Instagram красиво заснять можно, без блика, так чтобы не видно было. Но в жизни такой ноготь будет выглядеть как неотесанный кусок геля даже без круглой лампы. Поэтому я делаю наоборот, стразы клею на поверхность топа, но, ребят, они огромные, они очень крупные, прям здоровенные. Ссылку на эти стразы не просите, я не дам, потому что качество отвратное, стразы побитые, как будто их уже кто-то поносил. Ну и, в общем, в этот раз AliExpress не совсем удовлетворил мои потребности и оправдал ожидания. В общем, выбираем из этого ассорти самые маленькие стразики для того, чтобы они сильно не топырились. Ну и крупные инкрустации я предпочитаю ставить либо на кислотные базы, либо на замес базы с акриловой пудрой. Но для того, чтобы крупные стразы не уплывали, предварительно в индивидуальном порядке фиксирую с помощью фонарика. Ну вот, magic. Такие ногти нужно регистрировать как холодное оружие, если честно, потому что такими кирпичами можно и убить ненароком. И, кстати, ребят, по поводу магии Инстаграма. Говорю на правах эксперта в нейл-съемке. Вот эти электрические блики синих блесток, которые мы видим в жизни, снять очень трудно. Камеры улавливают этот блеск слабо, а программная обработка на большинстве телефонов специально автоматически глушит вот эту синеву, кроме айфонов. У них такие себе линзы для
нейл-фото, как вот для концепции нейл-фото, но за счет программной обработки съемка блесток получается на отлично. Камеры премиальных андроидов лучше подходят для нейл-съемки в общем. Самый лучший для нейл-фото — это бренд OnePlus, который на слуху, наверное, только у гиков. Но когда дело доходит до блесток, iPhone вне конкуренции. Постите в Instagram фотографии работ, которые вы сделали по моим видео с хэштегом MashaCreate. Я этот хэштег просматриваю, лайкаю и некоторые работы репощу себе в сторис. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, если нашли что-то полезненькое для себя, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Здесь вы найдете очень много полезной и интересной информации. Ну и, конечно же, заглядывайте ко мне в Instagram. А с вами была я, Маша. До скорого!